Сейчас нужно просто прийти на почту, записать электронный проездной на электронную карту и с этой карты уже оплачивать проезд в транспорте, не предъявляя каких-нибудь иных документов, кроме как карту. При потере электронной карты ее можно восстановить. И тот проездной билет, который был записан на эту карту, он также подлежит восстановлению. Поэтому, а бумажный проездной уж потеряли, так потеряли, его не восстановить никак.